очень часто. Вот имеется в виду, что то, что я для себя нестандартная или для всех людей? Если для себя нестандартная, очень часто, в основном и всегда. Даже вот сейчас, например, абстракция мне очень привлекает, вот именно то, что такая недосказанность. А то, что у меня бывают заказы очень странные, очень часто, да, нестандартные, очень удивительные вещи. И для себя открываю очень много нового благодаря этому. Да часто, конечно. У меня один раз, кстати, заказали, такой странный был заказ из Америки. Захотели, чтобы нарисовала я портрет, муж и жена. Ну, я как положено, все, на фотографию прислали. Я нарисовала муж и жена, ну, там референс прислали, в стиле Зверева нарисовать, такой художник Анатолий Зверев. Ну, я взяла эти фотографии, нарисовала красиво, а мне говорят, нет, это не подходит, нужно рисовать вот именно как детский рисунок. Нужно было простые человеческие лица сделать в этом стиле, как вот такой в стиле детского рисунка. Это было очень сложно, отказаться от всего, что умеешь, и нарисовать в таком детском стиле, и чтобы они были похожи, и взять за это еще $1000.